Меня зовут Балданов Василий Степанович, мне 27 лет, я занимаюсь разведением овец и выделкой шкур. Эти, получается, ну, одна ягнилась недавно, у одной два ягненка и одна худая. Ну, и отдельно живут. Ну, в основном те, кто все в деревнях живут, они скотоводством занимаются. Ну, это выгодно, как, ну, нужна программа. Но там не только овцы, получается, социальное стадо, коровы есть. Иначе здесь работы нет, если не скотоводство. Ну, да. Сезонные, наверное. Там в лес съездить, допустим, или рыбу поймать. Ну, на вахту в основном, все по вахтам. Контрактники, вахты. Ну, как обычно. Сот овец ты взял? Угу. Сколько у тебя осталось? А, ну, 270. Ну, в первом году у меня вот падеж был, получается. Мы когда овец пригоняли, там, получается, половина вообще ниже средней упитанности они. И их, я не знаю, как их пасли. Этот, ну, они такие худые все были. Был, я там ошибки допустил, то, что молодой был, наверное. Когда вот этот отар убрал, я сейчас более-менее вот это все понял. Ну, много чего было за 2-3 года. Ну, а сейчас вот эта зима как, ну, идеально как. Ну, все хорошо, дай бог. Ну, вот это надо пастьбу вот именно понять тоже, как не просто вышел попасть там, а там надо понять, где пасти лучше, там, где, когда лучше, во сколько времени, вот, допустим, зимой, когда именно холодно, во сколько их на улицу выводить, и когда тепло, во сколько выводить. Ну, в общем, тоже вот эти все моменты надо понять сперва. Я, знаете, этот как хочу, ну как монголы, они же как, они же не так держат скот, ну они как кочуют же с одного места в другое место, там пастбище меняют, ну хоть и зимы у них также суровые, они как-то же этот, ну как-то же скот же там миллионами, миллионный же там, там же очень много скота, ну и я также хочу. Как ты решаешь с пастбищами? Насколько здесь есть ли тут собственники земли, или здесь земли так много, что где паси, там и... Вообще бесконечная земля. Ну, у нас, допустим, с той стороны вот это все болотистое. Ну, зимой овец в болотистых местах, ну, лучше держать. Где эти? Ну, коровы особо не ходят, там трава, допустим, осенью ложится. Ну, и это болотистая трава, она кушает, мох кушает, и этот, какая-то зеленая трава с этими снежинками есть. Ты не думал вам в Монголию вообще перебраться? Не, я отсюда, ну, здесь до смерти буду. Ну, мне предлагали, монголы звали меня. Ну, говорит, ну, ты что, Вася, когда вот эта мобилизация началась, у меня там очень монголы там много писали, я там, ну, пост выложу, там, ты что, там, тебя не забрали, там, можно через лес, там, что-то там, в общем-то, добраться. Ну, если что, говорит, пиши, звони. И все, ну, я ладно, что делать? Почему ты не уезжаешь? Ну, зачем, я не хочу. Призовут, я же это, призовут, так призовут, систему я же это, никак не смогу, сами же знаете. Ну, переезжать, уезжать я не хочу, не буду.